всем большой привет! С вами Виктория. Сегодня готовим омлет на сковороде. Рецепт очень простой, но нужный. Омлет у нас будет с молоком и готовится он очень быстро, буквально за 10 минут. В емкость выбиваем 6 яиц. У меня яйца маленькие, они у меня завесили 55-56 грамм. К яйцам добавляем 1 стакан молока, у меня стандартный стакан, здесь ровно 200 миллилитров. Все хорошо солим, соль по вкусу, и просто перемешиваем обычным венчиком либо вилкой. На моем канале уже есть рецепт омлета в духовке, заходите, смотрите, подписывайтесь. Рецепт немного отличается. Этот же омлет, который мы готовим сегодня, готовится намного быстрее, потому что в духовке, конечно, готовится все немного дольше. Яйца мы хорошо перемешали и отставляем их в сторонку. Я добавлю буквально 2 ломтика ветчины в омлет. Можно этого не делать, можно добавить любую другую колбасу. Также можно добавить мелко нарезанные помидоры, болгарский перец. Получится тоже очень вкусно. С омлетами можно экспериментировать и добавлять каждый раз разные ингредиенты, менять. Ветчину добавляю в омлет. Немного перемешаем. Теперь перебираемся к плите. Сковороду хорошо разогреваем. Диаметр моей сковороды 22-23 сантиметра. Если вы хотите, чтобы омлет получился не совсем плоский, то лучше брать сковородку поменьше. Разогретую сковородку хорошо смазываем растительным маслом. И выливаем взболтанные с молоком яйца. Плотно накрываем крышкой и оставляем обжариваться примерно минут на 5. Очень важно, чтобы огонь был маленький, и, конечно, ориентируйтесь на особенности вашей плиты. Обратите внимание, получается такой, как паровой эффект, и за счет этого омлет у нас не подгорит и полностью пропечется. Возьмите себе вот это на заметку. Посмотрите, какой красивый у нас получился омлет, и все это в сковороде. Очень быстро. Омлетик получается пышный, он пропекся со всех сторон и внутри. Сейчас мы его достанем и попробуем. Всем желаю приятного аппетита, не забудьте поставить лайк, подписывайтесь на мой канал. Всего вам самого доброго и до новых встреч! С вами была Виктория.